Великий покаянный канон. Здравствуйте, мои дорогие. Я дед Еремей. Благодать и мир вам да умножится в познании Бога и Иисуса Христа, Господа нашего. А знаете ли вы, что такое Великий покаянный канон? Великий покаянный канон – это выдающееся литургическое произведение умилительного, покаянного характера, написанное преподобным Андреем Крицким. Состоит этот канон из 250 стихов и излагает всю историю Ветхого и Нового Заветов с нравоучительными толкованиями. Затрагивает такие важнейшие разделы православно-христианского учения, как догматический, нравственный, аскетический, высвечивает мерзость и опасность греха и являет красоту добродетели. В современной практике Великий канон читается за богослужением дважды. Отдельными частями на вечерних богослужениях в первые четыре дня первой седмицы Великого Поста и целиком на утренний в четверг пятой седмицы Великого Поста. Вот так вот, дорогие мои. И помните, мир освещается солнцем, а человек – знанием. Да храни вас Бог!